В Национальной библиотеке презентовали книгу Михаила Кондратьева о чувашской народной афористической поэзии. Книга небольшая в размерах, но богатая по содержанию, отмечают искусствоведы и литераторы. Доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств России Михаил Кондратьев всегда интересовался чувашским народным музыкально-поэтическим наследием. Долгие годы по крупицам собирал чувашский фольклор. Все четверостишья автор собрал в несколько глав. Думаемые песни раскрыла, на белом свете что ценится, красота исчезнет, как только мы уйдем, и другие. Удивительные философские вещи, шедевры собраны здесь. Они философичны прежде всего, конечно же. Михаил Григорьевич имеет вкус, такой тонкий вкус, понимание. Ну, он сам философ, конечно. Он, конечно же, и отобрал лучшие наши вещи, лучшие вещи. Вот чувашские песни, тексты. Как отмечает сам составитель книги, чувашские четверостишья по форме и содержанию напоминают восточную поэзию. Персидские рубаи, японские танка, турецкие мании. Наряду с оригинальными текстами здесь же русские и английские переводы, а также комментарии. Книга богато проиллюстрирована заслуженным художником Чувашии Станиславом Михайловым Юхтаром. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика.